Здравствуйте! Время денег на 24KZ. Программа для тех, кто любит деньги и хочет знать, как их делают во всем мире. Сегодня поговорим о долларе Тринидада и Тобаго. Тринидад и Тобаго – это первая страна в Карибском бассейне и пятая в западном полушарии, которая выпустила пластиковые деньги. Это сделано для того, чтобы повысить долговечность и прочность купюр, а также внести дополнительные элементы защиты. О долларе Тринидада и Тобаго известно следующее. Эмитент и территория обращения – Республика Тринидад и Тобаго. Валюта введена в 1964 году. Валюта-предшественник – вест-индский доллар. $1 состоит из 100 центов. Монеты и банкноты в обращении. Монеты – 1, 5, 10, 25 и 50 центов. Банкноты – 1, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Банкнота номиналом $50 впервые появилась в 1977 году, но в обращение не вошла. Партия отпечатанных купюр была похищена при перевозке, и только в 2012 году она была отпечатана на специальном полимере. Орнитологи порадуются дизайну купюр Тринидада и Тобаго, так как на каждой из них изображена птица. Это ибис, синешапочный момот, краснохвостая чачалка, колибри, птица-кардинал и райская птица. Доллар США, евро и британский фунт свободно принимаются в стране наравне с национальной валютой, ввоз и вывоз которой ограничен $200. $1 Тринидада и Тобаго стоит около 51 тенге. На сегодня все. Найдите время для денег на 24KZ.